Посещать нельзя. Экспертная комиссия Братска формирует запрещенный список заведений, которые нельзя посещать детям. В него входят бары, кафе и клубы. Также обратили внимание на магазины интимных товаров. Всего же в список попало больше 30 заведений. После того, как документ с запрещенными адресами попадет на рассмотрение в городскую думу, вход в эти заведения детям будет запрещен. Последний раз комиссия обновляла список в марте этого года. Поступили предложения от секретарей и председателей комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы проинвентаризировать действующий вот этот наш перечень, о том, что кое-какие объекты необходимо исключить из перечня, потому что они перестали производить свою деятельность, а где-то появились новые. Специалисты также отметили, что число выявленных беспризорников на улице в вечернее время увеличилось. Напомним, с 1 октября детям запрещено находиться без присмотра родителей после 10 часов вечера и до 6 утра.